осталось со стороны. Все, полицейских оттеснили. Или нет? Они стреляют пыжами вот такими вот из пейнтбольных ружей. И, блядь, свистачевым газом. Все кричат, я не могу дышать. Я сейчас попробую перейти на ту сторону лучше. Отсюда лучше видно. CBS это телеканал, они как раз телеканал защищают, потому что там ворота до этого прорвали. И сюда вот гвардия чуть-чуть вот подобралась. Пока Пак-12, значит, жопа полицейских. Да нет, дело не в том, что попало на камеру это убийство или нет. Его 8 минут душили. 4 полицейских было, и никто ничего не сделал. Прекрасно понимали, что он задыхается. Пейнтбольными шариками стрелять. Глаза. Йо, дышать нечем. Все, дышать нечем. И глаза. Сейчас, пойду. Лимончика бы или водички. Ничего не вижу. У меня слезы текут. Жесть. Если честно, тут на протестующих слегка атакуют. У меня до сих пор глаза горят. Могу дышать, кричат. Это то же самое он говорил, когда его душили. Он говорил, что я не могу дышать, но его все равно душили. Это опять слезоточивый пошел, да, вон банк слезоточивый. И камни полетели. Щебень. Ай, все, слезоточивый сюда полетел. Я не хочу его второй раз. Блин.
Это опять слезоточивый. Дышать нечем. Все, там все в дыму. Ну, не в каждом. Ну, уже много где, кстати. Но у Миннеаполисе вообще пи***ц там, где полицейский участок сгорел. Сожгли. Там, там совсем жестко. У нас только второй день. У нас все более-менее. Таким не попадаться лучше. Да, всех сдвигает вправо. Да, только друг друга они могут так называть. Будем идти с поднятыми руками. Блин, я быстренько пробегу в толпу туда. А, это другая полиция, чуть-чуть. Нас стреляют пужами вот такими. Так, что-то я засиделся в прямом эфире в Инстаграме. Можете подписаться. Я там прямой эфир вот такие вот. Может, буду делать, если будет все продолжаться. Вот. А так все, куда-то сдвигаемся. Там до этого, блин, пока прямой эфир был, слезоточивым газом били. Блин, глаза выжигает дико просто. Нереально.
и дышать тяжело. Ну, с дыханием хотя бы ладно, нормализуется, но глаза жгло, наверное, еще минут 5 потом. На Мазурате, на Бентайге. А, тут уже шерифы подъехали. Тут вышку какую-то поставили. Ух ты, а, они себе. А, они дорогу перекрыли, чтобы проехали. А, к шерифу, по-моему, вопросов нет. И они пробрались, там в девушку попали в одну, они к ней подъехали, помогают. К шерифам вопросов нет, есть вопросы к полиции именно, это разные совсем. Есть LAPD, например, это наш, лос-анджелесский, а шерифы это немного другое. Все, и к ним вот, они спокойно стоят, к ним никто не подходит. Эти ребята с пейнтбольными ружьями, краской стреляют. Мишек вытаскивают бэрбрик, которых Тимати собирает. Да, блин, они по штуке, по 2, по 3 тысячи долларов. Не, это нельзя делать. Это уже хрень. Не, это уже мародерство. Стекло побиты. Досталось ресторан. И карантин потихонечку начали снимать, бары открываются, такое. Вот, ну как бы еще пока все держится. Ну, с ружьями стоят. Блин, в ту сторону все перекрыли. Там было чуть-чуть поболее народу. А, вон еще одна полицейская тачка там вдалеке стоит, горела. О, черного парня как раз трогает. Go!
Иисус был черным. Что-то там бутылки полетели. А, по-моему, еще одна полицейская. А, все, полицейских оттеснили. Или нет? Да, они сваливают, разворачиваются, выезжают. Тачка стоит, никто ее не трогает. Все, короче, я двигаюсь к тачке, потому что в ту сторону что-то все там, я не знаю, они все разошлись по разным сторонам. Я смотрю лайв-трансляции, где с вертолетов снимают, где все движение происходит. Может быть, туда подъеду. Вон как раз надпись на стене Pac-12. Поэтому здесь начинается, конечно, не то, что в Миннеаполисе, но здесь была уже такая практика. В 1992 году 4 копа избили черного парня за превышение скорости. И тут начались такие беспорядки. Ущерб был на $1 миллиард для Лос-Анджелеса. Весь Лос-Анджелес был разгроблен. Все, вроде проехали. Теперь нам пора. Все, идут в обратную сторону, я хочу до тачки подойти, посмотреть, до полицейской. Горит. Догорает уже полицейская, по-моему, тачка. А может и нет, кстати. Но полиции здесь нет. Сама полиция отсюда уехала. Все, здесь просто закрыто людьми. Копы не трогают никого. Потому что им сейчас и нельзя никого трогать. А не, я не знаю, по-моему, полицейская. Да, старая полицейская тачка. Это, кстати, одна, на соседней улице еще вторая горит. Вон плакат. Четырех офицеров было 8 минут, чтобы первый, один из них не убил, короче, не совершил убийство. Да, он душил его 8 минут. Стоял ему коленом на шее. Вот такие вот дела. Сейчас как раз еще только-только отменяют карантин. Люди как раз, ну, еще в таком состоянии напряженном. Поэтому как-то так. Пойду, дойду до второй тачки, вот туда, в ту сторону. Как раз перекресток Мелроуз, это такая основная улица. И, а, вот еще одна полицейская тачка. Мелроуз и Фэрфакс здесь находятся. Магазины всякие, типа Суприма, Бэйб и все такое. Здесь основная движуха.
Вчера просто все в даунтауне было, сегодня все сюда приехали. Полицейские, кстати, только в небе. Это полицейский вертолет, там один, а там телевизионщики. Онлайн, там можно лайвстрим смотреть, мы вчера как раз смотрели. Вот, а так все, вокруг нигде полицейских нет. Вот когда я ехал, они куда-то передислоцировались, так сказать. И все, все, отсюда они полностью свалили. И они никого не трогают. Потому что будет еще хуже. Дошел до перекрестка 3 Мелроуз. Ну, в основном все на перекрестках кучкуются. И, по-моему, здесь первое все началось. Кто-то на Роллс-Ройсе подъехал. Если честно, не знаю, кто это, но надо будет потом посмотреть. Может, знает кто из вас, в комментариях напишите, кто это был. О, автобус. Походу, это его конечная. Вот кричат. Скандируют, чтобы не стреляли, руки вверх поднимают, что они безоружны. Это выглядит, конечно, необычно. В России такого точно не увидишь. Там быстро всех запакуют. И все. Автозаки и погнали. Здесь никого не трогают. Да, оцепление, ограждение, но все, больше ничего. Побежал. Полетели бутылки туда. Ебать, ну это точно зря. Я не знаю, кто это. Да, чувак, на тачке толпу ворвался. Бля, ну я не знаю, он не давит, по-моему, никого, но это пиздец, типа. А, сейчас. Ебать, там стреляют, короче. Блин, видно? Так, тот чувак когда-то свалил, у него, по-моему, была кепка LAPD, по-моему, это был просто полицейский, да и все. Я только не знаю, чем он в толпу ворвался, но вроде никого не задавил. Так, короче, можно двигаться, там перекрыто все, но этот перекресток полностью перекрыт и в ту сторону. Так что надо, наверное, в ту сторону будет двигаться. И, кстати, это порядки, беспорядки, вернее, которые... никак не касаются граждан, никто друг друга не трогает, потому что люди сплочены против полиции. И наоборот, вот именно, что они сплочены вместе. Поэтому, да, то, что они изрисовывают, это они наносят ущерб городу, чтобы как раз это все также относится к полицейским.